Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Тигуан. Он опять приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Забрали краткий обзор штатной шумоизоляции. Пол, в багажнике несколько кусков вибропласта. На задних парках по небольшой полосе вибропласта. Это одни из самых шумных мест. А также обработан пол кое-где. Крыша, голый металл. По дверям, видите, квадраты вибропласта также присутствуют. Владельца не устраивает данная шумоизоляция. Готовим поверхности и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на Тигуане. Проклеен на пол в багажнике, проклеен на задней арке. Тщательно прокатываем валиком. Проклеен пол в салоне. Обработана крыша. И к дверям нанесли первый слой вибропласта. Начиная его 3 мм по ступени, наносить второй слой. Мембранная шумоизоляция Integra 6 мм. Продолжаем нашу работу. Закончили клеить шумоизоляцию в Тигуане. Проклеена с мембраной шумоизоляции пол в багажнике. Используем Raptor. Толщина его 4 мм. Также мембранную шумоизоляцию наносим на задние арки и пол в салоне. Используем блокшот. Толщина 7 мм. Проклеена крыша шумопоглотителем. Используем Expert 15 мм. Третий слой нанесли в дверях. Это у нас вибропласт, толщина 2 мм. Четвертый заключительный слой наносим на дверные обшивки. Эксперт 15 мм. Шумобитель готов. Собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.